Да, грязь, конечно, на этом пляже. Возле Евпатории. Дикий пляж. Прям как-то у нас люди любят, конечно, мусорить, убирать не любят. Это плохо, конечно. Ездишь и все, мусор. Я даже на гвоздь напоролся кое-где. Всем привет. Сейчас мы возле пляжа на въезде в Евпаторию. Далеко тут дикий пляж, на кассетах находится. Уже тут дикарей прям много. Палаток все заставлено. Ну, там туалеты стоят. Такие вот. Уже люди с палатками. Ну, сегодня еще выходной день. Но людей очень много. Видишь, все равно, конечно, отдыхающих разряжено на берегу, поэтому электричка едет. Кстати, можно с Симферополя добраться до Евпатории на электричке. Очень удобно. Без пробок, потому что вот это место, дорога, оно бывает иногда пробочно. До Евпатории. Да, мусор и все. Он здесь, конечно, трасса шумная. Такой дикий отдых, конечно, спорно. Нет, конечно, тишина. Шумган, без киншиты бы, конечно, звукозицию не поставить. Шум поглощающий. Ну, вот люди отдыхают, едут, наслаждаются первобытным отдыхом. Все, да, нас тянет на природу. Туалеты вот такие тоже в советское время ездили, когда они были. Кажется, старался подальше его сделать. В бутылке, конечно, грязь. Здесь, конечно, аккуратнее, лучше какую-нибудь обувь заходить более жесткая, потому что вот где-нибудь могут быть гвозди, видите, там все навалено. Поэтому лучше вот заходить хотя бы до пляжа в обуви какой-нибудь. Ну, поаккуратнее детям, да, потому что они бегают. Если бы, конечно, не обувь моя, я бы, наверное, бы пятку очень сильно проколол. Сейчас посмотрим. Какая вода. Сегодня 2 июля. Были дожди очень сильные. Вот вода холодная. Ох, очень холодная. Градусов, наверное, 18-16. Где-то так. Ну, купаются люди. Жарко.